10 класса Сонькин Хор исполнит произведение Николая Добронравова «Ополчение». Ополчение. В мраке с горя сгорбились мосты, тревожно площадящее тепление. На запад уходила ополчение, потомственная гвардия Москвы, рабочие, врачи, учителя, отставку не приняв, военкоматов сапог не получил, и автоматов ушли в неощущенные поля. Кто помнит их последние слова в последнем и решительном сражении? Безмолвно затемненная Москва, убиты летописцы ополчения. Мы нынче очень празднично живем, и многие печали позабыты. Вокруг грохочет песни в стиле бита, и ночью так же солнечно, как днем. Но изредка тревожат наши сны иллюзии с беззащитной улыбкой. Кто с книгой, кто с указкой, кто со скрипкой. Пронзительная из побед войны. Я слышу их неровные шаги. Я вижу строй нервный и неровный. Я знаю, в битве тронули враги пред пыщем, перед мужеством духовным. Если мы по духу москвичи, мы тех людей живое отражение. В сердцах у нас их мужество звучит и строится в колонны ополчения. Спасибо.